Откатились, да. Но это ничего страшного, ребята, у нас же есть неистовство. Слушай, оу, бах, и нет противника. Вот так вот, ребята. Опа-на, вот сейчас как раз нам нужно максимально... О, да! Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал. Нажми на колокольчик, поставь галочку, сохрани и будь первым. Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Detol, и это Shadow Fight 2! Всем привет! И как вы помните, в прошлом видео мы договорились, что перейдем на 34-й уровень. Да, ребята, и будем сейчас стараться это сделать. У нас всего две битвы есть, испытание и турнир, и я думаю, что... Победив в них, мы как раз заработаем нужное количество опыта. Конечно, а в затмении у нас получится пройти или уже будет совсем... Ой, нет, затмение будет сложновато. Безумно. Совсем, а да, здесь тоже безумно. Поэтому, нет, давай да. Обычные. Мы не хотим сейчас тратить наши монетки на апгрейд, хотим сразу купить новое оружие, новую экипировку. Да, ребята, и поэтому поехали в бой. Так, в испытание. Сначала разомнемся немножечко. В бой! В бой, ребятушки! Поддержите нас лайком, подпишитесь на канал те, кто еще не подписан, потому что скоро мы пойдем на Сёгуна. Да, на Сёгуна. Ну-ка, здесь у нас тесачок с огромным... Смотри, смотри, какие крылья красивые, он а? Он что, ангел? Реально какой-то темный ангел, да? Так, ой-ой-ой, смотри, хочет, дамажит нас, куда-то не туда мы откатились, да. Но это ничего страшного, ребята, у нас же есть неистовство. Слушай, оу, бах, и нет противника. Вот так вот, ребята. Команда... Можно было и безумно, по всей видимости, идти. Может быть и можно было, и нужно, но не будем рисковать, ребята. Не будем лишний раз рисковать. Ой, как хотел у нас задамажить. Раскрутился. Смотри, как хорошо мы увернулись, а. Пока прям что... красиво. Неистовство, ребята, работает. Давай, жги. Оу, практически мы нанесли ему запредельное. Да, заключительный удар, но не попали. Ой, нашу магию, скушай. Смотри, практически... Ух, увернулись, ребята, увернулись. Ну, давай, последняя атака. Давай, жги. Ты смотри, атакует нас, у нас есть возможность Да ладно, ну и тесак. Ничего себе, третий раунд, ребята. Надо здесь ему максимально мощно задамажить. Ну-ка, ой-ой-ой, смотри, подловил нас, мы перекрутнулись. Он подловил. Вот ловец, а? Вот этот летучий голландец, а? Так, вот здесь хорошо. Смотри, как хорошо увернулись, а? Ну, и не попали, самое удивительное. И не обидно. Попали, но видишь как, он тоже грамотно уворачивается. Не даем ему дамажить. Давай. Смотри, вот как он так переходит? Я не знаю, прям, знаешь, за спину так спокойно, одним нажатием кнопочки, такое ощущение. Кританули хэд-хит, и знаешь, что сделать? Магия! Победа! Победа! Но как по-другому-то? Да, ребята, мы должны были победить. У нас 400 тысяч прибавилось опыта. Денег уже 6 миллионов, ребята. Вот это да. Следующее у нас уже невозможно, да? Да. Слушай, давай попробуем турнир пройти в затмении. Как тебе предложение? Турнир в затмении? Ну да, давай. Почему бы и нет? Ребята, тем более нам для зачарования очень нужны красные вот эти вот жилеечки. Так что погнали в бой! Посмотрим. Ух ты, смотри, какой кочевник! Кочевник, ребята, обязательно поставьте лайк, поддержите нас, нам очень нужна ваша поддержка. Так. И? Давай сразу вниз. Вот смотри, как увернулись, а? Хорошо. Ох ты, сразу вниз, но к сожалению, здесь... очень далеко находились. Но все равно попали, и это хорошо, ребята. Мы отняли его значительное количество хелсов. Но тяжелый противник, сразу да, видно, смотри, что быстрый, он... шустрый, он прям... Да. Ух, как хорошо мы ему засадили-то, а, хэд-хит. Это вот эта атака прикольная такая, она с разворота, но ей тяжело попасть. Да, она не всегда получается. Так. Смотри, он постоянно уворачивается. Ну-ка, ой-ой-ой, захват сделал, ребята, захват. О, смотри, как и он много отнимает. Очень много отнимает у нас хелсов. Это будет нелегкий бой все-таки для нас. Хотели вот это вот атаку. Ух ты, смотри, подловил. А он что, без оружия, что ли? Я не знаю, мы выбили оружие, что ли? Я не заметил этого момента. Да, я тоже не заметил. Да, действительно, он без оружия, представляешь? Да ладно, мы выбили у него шок был. Ребята, что-то я засмотрелся. О, да ладно. Еще один удар. Нужно... Давай, есть, да, есть, подловили, ребята. Супер. Ничего себе, правда выбили у него оружие? Когда и это было? Я даже не заметил этого момента. Я что-то так сосредоточился. Это было мега эпично. Да, это круто, ребята. Ну-ка, у нас же безумно, ты же помнишь, да, поэтому нам так сложно.
Опа-на! Слушай, наш захват вообще ему не нанес никакого дамага. Но да, нам здесь надежда прям на Ниистоса, на такое, на жесткое. Да, Ниистоса ребята спасает, поэтому не очень хочется, конечно, менять оружие. Опа-на, вот сейчас как раз нам нужно максимально... Да, ребята, кочевник максимально был побежден, поражен. И у нас новый уровень. Ну-ка, есть он или нет? Есть или нет? Ну-ну-ну-ну, да! Новый! Ура! 34 уровень! Шикарно, ребята, ну что ж, у нас куча денег, у нас 7,5 миллионов. Смотри, новое умение у нас. Пробивание блока 20% шанс. Или ярость боли 20% шанс увеличить урон на 24 в течение 8 секунд после получения удара в голову. Слушай, наверное, пробивание блока, да? 20% шанс пробивания. Да, давай, блок обязательно надо прокачивать. Нужно, это ребята. Очень крутая способность. Изучаем это умение и смотрим это... на экипировочку. Что у нас тут нового? Смотри, метеоритные ножи у нас есть. Ага. Они крутые. Это как ножи бабочки, ребята. Нам очень нравится это оружие. Но единственный момент, то что для зачарования на средний рецепт нам нужно 3000 красненьких желеек. Но я думаю, что мы можем, конечно, их заработать. Мы их поднакопим, я думаю, все равно. Надо покупать новое оружие, потому что оно в любом случае будет сильнее. Ой, смотри, что это за щит-то такой. Щит, шанс. 70% уменьшит получаемый урон на 7 секунд. Да ты что, круто как. А нам-то какой можно... Ох ты, смотри, какой пернатый друг у нас, да, шаманский точно. Доспех. Шаманский доспех, это тот, наверное, который и был, да? Ну-ка, примерить. А, нет, это другой. Ну, надо брать его определенно. Но смотри, какая ситуация. Либо оружие берем, да, либо доспехи. Оружие. Да? А смотри, а наши тяжелые нунчаки, что пробрать, нужно 8400, ребята. Вот это ценник, а? Какой шлем и карта. Ух ты, знати, и карта. Здесь какое-то восстановление, шанс восстановить здоровье на 3%. Ну, это у нас было такое. И а 4 смотри, миллиона. Шлем небожителя. То есть нам нужно сейчас 16 миллионов точно для того, чтобы это все прикупить. Ух ты, смотри, какие крылья дракона, ребята. Ну-ка, примеряем, как они... А, они очень тяжелые. Да, это долго их метать. Да, долго метать, но, тем не менее, у нас вот эти кристаллические шипы тоже неплохие. Хотя мы очень редко используем. Очень редко используем. А водяной шар – единственная магия, которая у нас есть. Конечно, еще астероид есть. Но что-то как-то 57 жалковато для него, да? Да. Так, ну что ж, давайте-ка, наверное, все-таки купим. Купим все-таки, потому что, смотри, у нас следующий трезубец. Может быть, мы будем и чередовать тяжелые нунчаки и метеоритные ножи. Ребята, пишите в комментариях, что вы об этом думаете. А мы, наверное, будем заказывать, да? Или пока нунчаками пойдем. Слушай, я не знаю, может быть, сначала доспехи купим и дождемся, что напишут наши подписчики, посоветуют. Да, ребята, давайте так и сделаем. Шаманский доспех мы покупаем, потому что без доспеха нам здесь будет очень тяжко. Да, заказываем. Заказываем. 10 минут. Ну, ждем, что поделаешь. А сейчас, я думаю, нужно в дуэльку сходить и посмотреть, сколько... заработать этих как-то. Ребята, называется. У нас нету оружия шамана. Нету у нас его. И нам монаха. Нужно... Монаха, точнее, да. Вот, как раз нам два билетика нужно. И как раз в дуэли, я думаю, что мы можем поражение при падении. Слушай, а может что-нибудь поинтереснее есть? Ну-ка, в других локациях что есть дуэль? Так, без блоков. Отлично. Вот это подходит, да? Без двойных ударов, одиночными ударами. Ну, ничего страшного. Да, более оружие да. У нас будет рандомное, ребята. Поехали в бой! Так, надо заработать. Ниндзя! Ну, как всегда, здесь ниндзя, а кто здесь еще может быть? Мечи бабочки у него, мечи... А у нас кусаригама! То, что нам и нужно. Жалко, двойные удары нельзя делать, то есть вот такими одиночными только... Да, только одиночными. И комбо, получается, у нас не получится сделать. Ой, да. Подожди, что-то он здесь разошелся, а? Главное, чтобы он мощно не атаковал. Опа! Чтобы не выбить еще. Так, а где... Комбики есть-то у нас? Нет! Ой, выбил у нас кусаригама, ты смотри! О чем я и говорил. Итак, мы просто одиночными ударами теперь должны его победить, смотри. Да, мы давно не дрались, ребята, ручками. И магии, может быть, что-то. Красиво, ребята. Что это у нас, кстати говоря, за такая, это огонь какой-то пылающий? Да, вроде метеорита, но не метеорит. Все. Так, кусаригамы, ты видишь, что у нас здесь нету нашего мощного, вот только такой удар есть. Ай, смотри, магии нас шлепнула. Да, магия здесь много урона наносит относительно. Слушай, кусаригама, когда она бьет только одиночными ударами, не очень эффективно, я могу сказать так. Лучше... Согласен. Лучше уж пусть бьет нас руками. Точнее, выбивает у нас кусаригаму. А я все сейчас как раз и ждал, что... Ребята, отличная победа. Просто шикарно. Два билета мы
заработали, а это значит, что в следующем видео, ребята, пойдем в восхождение и у кукловода попробуем все-таки отвоевать все-таки оружие монаха. Ой, монаха, да? Да, сет, да, монаха, сет монаха, и оружие монаха у нас не хватает, к сожалению. Да, ребята, а вам огромное спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, с вами была команда Detol. До скорых встреч в новых видео. Всем спасибо, ребята, пока. Пока.